На днях в администрацию города Каспийска поступила жалоба от жителей дома по адресу Магомеджанова, 12, которые возмущены тем, что их жилой дом не подключен к газовой системе. В связи с этим по поручению главы города Бориса Гонцова были направлены сотрудники ЖКХ, управляющая компания, обслуживающая дом, и Каспийскгазсервис. Представители Каспийскгазсервиса объяснили процедуру подключения газа, о том, что для того, чтобы подключить газ, необходимо установить газоанализаторы в каждой квартире, так называемые датчики загазованности, и после этого будет подключена, значит, постоянно будут подключены газу квартиры. По словам сотрудников ведомств города, на следующей неделе начнется сбор документов жителей многоквартирного дома, а после завершения данной процедуры будут направлены заявления для установки в каждой квартире газоанализаторов.